В этой стране нет человека, который будет меня допрашивать и завязывать мои руки. А если сделал, то он умрет. Кому я говорю? Что будет, если ты будешь молиться закрытым ртом? Подумай и заткнись. Скажешь, когда спросят. Будь мужиком. Если хочешь что-то узнать, то смотри мне в глаза. Мы не оставляем вопрос без ответа. Со своим грязным ртом будешь разговаривать с организацией. Раз ты в гостях у государства, веди себя прилично. Такое государство. Государство, которое ты предал. Еще не родился человек, который назовет меня предателем. Что только я не сделал для этого государства. Когда вы спали в теплой постели, я спал в горных пещерах. Вы не имеете меня называть предателем. Благодарю, сынок. Государство не забудет твои заслуги. Тот, кто внутри, кажется, тоже много служил. Они силы государства приняли за своей мой лев. Какие силы государства убили Арсламбея? Я это хочу узнать. Ты отец мафии. Это наше личное дело. Ты выполнил свою задачу. Обязательно получишь вознаграждение. Я сдержал слово. Мог бы пристрелить или допросить. Мне не интересны ваши внутренние дела. Хочу, чтобы вы ответили на два вопроса. Кто убил Арсламбея? Почему устроили засаду? Ради денег. Я это узнаю от него. Ладно, только молчи. Они 40 лет не забывают, какая крыса нагадила. Жаль, сынок, очень жаль. Мы много трудились для вас. Нет труда, за который мы не расплатились. Ты оставь это. Ответь на вопрос. Кто приказал убить Аббаса? Государственная тайна. Судя по тому, что я не знаю, это не государственная тайна. Если не знаешь, то ты не государство. Я знаю женщину, которая родила тебя. Поумней. Я выполнил приказ. Мне больше нечего сказать. Устроить засаду здания и получить деньги, тоже ты получил приказ. Мне дали список. Список бизнесменов, которые помогали преступникам. Кроме тех, кто в списке, мне больше никто не был интересен. Оба приказа получил с одного места. Да. От кого? Аббас Устоглу вел дела независимо от нас. К сожалению, он работал на организацию, которая обидела вас. Какую? Я не могу вам это сказать. Он занимался вербовкой и включил в дело вашего жениха и промышлял незаконными делами, пользуясь должностным полномочием. Али работал в Министерстве внутренних дел. О каких незаконных делах вы говорите? Незаконные дела – это убирать начальников. В документах Али Джандана нет. Кто сейчас Али Джандан? Человек государства, судя по записям, мертв. А в записях ОБО? Этого я вам сказать не могу. Тогда как вы можете мне помочь? Я вас прошу, госпожа адвокат, это довольно щекотливая тема, не стоит привлекать внимание общества. Поверьте, мы больше вас хотим выяснить истину. Мы обязательно решим эту проблему и будем держать вас в курсе дела. Хорошо, но я как вам могу помочь? Выдайте нам все, что у вас есть касаемо вашего жениха, в том числе людей, с которыми он был связан. Мы не хотим, чтобы семья пострадала, поэтому было бы хорошо, если получили бы из одних рук, вернее, из ваших рук.
Я сделаю все, что нужно. Очень хорошо спланированная авария. Место аварии, выбранное место, столкнувшаяся машина, вылетевшая из машины железяки. То, что железяки вошли в спину и вылетели из груди, говорит о том, что это не авария, а преступление. Это неточные факты, госпожа адвокат. Найденные на место столкновения следы шин не принадлежат грузовику. То, что сменили шины, это точно. Судя по результатам экспертизы, хоть и было запечатлено отражение, тело получило меньше ранений, чем от тех металлов. Упомянутые вами аргументы видны с первого взгляда, или, как я говорил ранее, очень хорошо спланированная авария. Мы дадим сведения в прокуратуру. Нет, госпожа адвокат. Скажем только семье. Нет. Причина... Госпожа Джанан, наша работа – получить результат, который все хотят услышать. Хусро Бекир Углу умер при аварии. Это единственная правда для семьи и государства. Это ведь скрытие фактов. Нет. Факты известны. Единственное, что надо скрыть, это то, что известно нам. Я здесь, Наргиз. Я рядом. Видишь, папа? Врач говорил, что она поправится. Вижу, дочка. Может вызвать врача? Мама не здесь, а выздоровеет в свежем воздухе. Я о ней позабочусь, обещаю. Как же так, София? Может, она права? Не знаю, что сказать. Папа, пожалуйста, поверь мне, это и маме поможет. Я обеспечу безопасность. Пусть сделают все, что необходимо. Кто такой Эфе? Я без приказа и шага не вступил. Вот, видите? Я сделал все по благо государства. Были те, кто хотел меня уничтожить. Они и сейчас есть. Мы не обвиняем в предательстве. Убейте через порешение, как Якуба Джамаля. Я готов на все, что скажете. Если сам не толкну стул. Что вы хотите? Почему молчите? Вам нечего сказать? Вы не можете меня уничтожить, завязав мои глаза. Если до утра не отдадите нам пола, то взорвутся 6 бомб. 6. Стамбул взлетит на воздух. Весь мир обрушен на вас. Пола взяли не мы. Я сказал свое слово. Кто взял? Каким образом? Меня не интересует. Если до восхода пола не вернут, то море заполнится кровью. Не позволяй себе лишнего. Мы вас заранее предупреждали.
Вы нарушили правила. Иди и спроси у того, кто его взял. Те дела, которые нам поручили, того Аббаса, бомбы, которые были взорваны, утром увидишь по телевизору. Без моего ведома не наделайте глупостей беды. Почему тебя здесь так любит Халил Ибрагим Бей? Есть шашлык, но некому есть. У меня ушло 3 часа, чтобы увидеть тебя. Руководство очень строгое, Сайфулло. Я по имени не понял, зачем ты пришел. Дело вот в чем, Халил Бей. Друзья не хотят, чтобы ты здесь был. Я доволен своим местом. Не обращайся со мной как с журналистом. Есть единственная сила, которая вытащит тебя отсюда. Сказали, он поймет, если ты скажешь. Кто это сделает? Когда сделает? Мой племянник. Не понял. Полат Аламдар. Племянник Дурана. Я здесь слышал про него. Наверное, слышал и про его безумство. Вытащить тебя – это уму непостижимо. Но он настоял. Говорит, что сделает. Если был бы выход, то я не сидел бы здесь 7 лет. Либо есть еще 30 лет, либо есть надежда. Остальное тебе решать. Когда планируете, жди весточки с завтрашнего дня. Свежий воздух полезен. Погрейся на солнышке. Не сгниешь. Тайфулло, я сюда пришел умереть. Либо выйду, либо умру. Другого пути нет. Отправь весть. Передай привет племяннику. Буду на месте в нужный день и время. А если не сможешь выполнить, то опозорюсь. Тогда я и твоего племянника, и того, кто отправил, не знаю. Давай, брат, не стоит копаться. Кабели, мы отсюда провели. Брат, поэтому задумался. Хорошо, здоровья твоим рукам. Ты мне нарисуй комнаты и коридоры. Где есть кабель и где трубы. Их не нарисовав, я не вспомню, брат. Хорошо, черти как знаешь. Знаешь входы и выходы в канализацию? Брат, их нам не показывали. А толщина стен какая? Не знаю, кто забетонировал, но компрессором нельзя было пробить. Довольно толстые. Опять начали дело, с которым не справимся. Интересно, то, что тебя вызвали, то, что с тобой разговаривали. По-моему, они знают, где находится Али. Почему ты так уверена? Откуда им знать? Они все друг друга знают. У дяди Арслана был за границей человек. Например, Али и другой сотрудник. Они что, не знают, что оба разведчики? Конечно, знали, но... Тогда... Они знают и то, что он не умер при аварии. Эти оба отдельные темы Элиев. Если это спецзадание, то не знают. Вернее, не должны знать. Замерзла. Я вся дрожу. Стены новые, но не знаю. Мне почему-то холодно. Я, ты, нас здесь ранили, Пулат.
Ну и ладно. Прошло уже. А сам ты как? В порядке. Только думаю, я не об этом вообще. Я ведь достал тебя, говоря об Али. Как ты? Чем занят? Как твои преступления? Женщины вокруг тебя? Можно сказать нормально. Это видно. Ты не зря сидишь в кресле. Я в порядке. Что? Ты же спросила, как я. Ты не найдешь лучше, чем я. Я тебя не понимаю. Ты только говорил об Али, а теперь говоришь так. Что мне делать, Булат? Али не умер. Скорбить не буду. Пусть никто мне не объясняет, что я не дотронулся до ни одной женщины. Не неси чушь. Он что, отказался от жизни, чтобы быть бабником? Что на самом деле с тобой происходит? Ты смотришь мне в глаза и пробуешь мороженое. А теперь что, боишься? Элиф, у меня дела. Тебе лучше пойти, дорогая. Ты очень груб. А ты очень красивая. Я действительно очень занят. К тому же я должен обдумать эту твою встречу. Странно то, что он лично встретился с тобой. Булат, у тебя есть возлюбленная? Твоя есть, дорогая. Как мы можем довериться ради этого дела человеку государства? Раз ты выпустишь человека из здания государства, то доверишься человеку государства. Если вытащим, ты уверен, что он будет с нами работать? Тот, кто вытащит его оттуда, будет работать с Халилом Ибрагимом. Хорошо, когда начнется дело? Сказали, очень скоро. Он знает сумму. Выполнит очень быстро. Немного осталось кредита. Я и знаю, и Пала в курсе. Это его последняя возможность. Тот, у кого есть последняя возможность, не очень везучий. Ибрагим бей. Если не справится, то за это дело будет отвечать он, а не мы. Догубей, у вас нет возможности не отдать Пала. Разве государство руководят, полагаясь на возможности Мето? И вычислили тебя, используя человека как киллера, и заберут человека угрозой. Ишь ты, взорвут Стамбул. Пусть взорвут. Я много раз слышал взрывы. Я получил приказ. Я не давал приказа. Я получил оттуда, откуда получаете вы. Какое мне дело до Аббаса? Это он наступил на мину. Он, как ты, не наступил на мусор. Мито, и тебя, и тех, кто дали тебе приказ, посажу на мину и взорву. Убирайся вон. Догубей. Они поставили бомбы в 6 школах. Снимите меня с поста. Посадите. Но за это ни я, ни вы, ни другой не сможет отчитаться. Мы этих зверей вместе создали, вместе и уничтожим. Когда это государство создало животных, которые осмелились ставить бомбы в школы? Вы кому враги, подонки? Внутри шакал кричит «Родина! Родина!», а снаружи дворняжка в школу устанавливает бомбы. Тех, кого мы воспитали,
Даже в школе врагов не станут ставить бомбы. Вы соберите учеников Арслана, а мы соберем этих Дагубей. Пусть каждый чистит свой сад. Тех всех шакалов, независимо сколько их. Если упаковав не отдадите мне, то пакету окажутся в твоих объятиях Метад. Эсад! Что сделан пала, брат? Не расскажете? Мимати, у нас был долг перед государством. Поставили подпись и оплатили через почту. Не понял, брат. Мы узнали то, что должны были. Остальное сдали, чтобы выяснило государство. Мы отдали долг. Слава Аллаху. Я переживал из-за этого дела. Брат Плат, раз нет толку от того человека, то зачем завял мой цветок? Племянник, расскажи и нам, что знаешь. Кто такого сделал этот человек? Почему напал на нашу территорию? Что он такого сделал? И я хотел сказать об этом. Мимати, этому человеку дали список, сказав, чтобы он забрал у них деньги. Люди из списка, оказывается, помогают организациям. И ты действуй согласно этому. Понял, брат. А самое большое их дело, дядя. Это они убили дядю Арслана. Они не оставят живых племянник. Это не точно дядя. Было бы хорошо, если мы смогли бы застрелить их. Мы что, станем направлять оружие государственным чиновникам, Абдульхей? Пусть они сами решают свои вопросы. Они ведь и тебя достали, племянник. Тут ничего не сделаешь, дядя. Вы правы. Но пока они припугнули. Но они могут пройти мимо. Или продырявят. В деле с тюрьмой можете на меня не полагаться. Я не в настроении. Без тебя нельзя, Ирхан. Но не переживай. Это не пойдет. Не зайти, не выйти. Мы сказали человеку время. Сказали выйти во двор, племянник. Пусть подождет. Пусть дождется ради 30 лет. Должен быть выход. Стреляй, раз хочешь убить. И тот день наступит. Брат, это я. Как вы? Развяжи мои руки. За все ответят. Теперь и государства нет. И народа нет.
Отсюда нельзя сбежать. Как это он сделает? Ты вытащи меня, и я вознесу тебя до небес. Вы не спали, брат? Есть один способ Мимати. Алло, полетит. Таким образом, Мимати, найди мне летчика, которому позарез нужны деньги. В один миг собьют. Разве они позволят летать вертолету над ними? Ты найди. Посадка не проблема. Проблема взлететь. Взорвем последнюю точку, потом пропадем на время, а затем уничтожим их по одному. Тех, кто устроил ловушку в гостинице, тех, кто допрашивал меня, тех, кто сунул мне в рот деньги, кто приказал убить человека, а сам остался в стороне, я не оставлю в живых. Как мы попали в ловушку в гостинице, брат? Кто осмелился? Они были профи. Мы, конечно, их найдем. А что сделаем, Халло, брат? Изучите заведующего тюрьмы, брат. Кто он? Кто у него есть? Где работал? Дети есть или нет? А как мы проникнем в тюрьму? Точно так же, как мы проникли в участок. Как выведем Халло? Либо в машине заведующего, либо в карете скорой помощи. Вы изучите его. Остальное легко. Ak düşmüş ucularına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Müfreze dağı sarar, dağda kaçaklar arar, geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim. Алло, разве осталось воспитание? Я сохранила документы, дочка. Очень хорошо, матушка Назифа. Сколько дней я думаю, как мы забрали Али из детского дома. Нас в это дело подтолкнула госпожа Сабахат. Сказала, напишите свои имена и все. В те времена установить ребенка было сложно. Как мне известно, вы недолго ждали. Нет, не ждали. Вначале нам сказали, что мы 62-е в очереди. Госпожа Сабахат не хотела нас расстраивать. Позвонила через несколько дней. Сказала, что есть симпатичный мальчишка для нас. Что это, матушка Назифа? Господин Омер не выдержал, дочка. Вытащил и принес. Каждый раз, когда я захожу, мне не по себе, но... С одной стороны, я рада, что он не умер. Ему имя дали вы, или его уже звали Али? Его звали Али. И мы хотели это имя. Вот все здесь, дочка. Повесился. Разве тот, кто ради славы застрелил человека, стал бы вешаться? Он так говорил, брат. Тогда зачем застрелил? Это дело рук не террористической группировки. Оказывается, человек организации. Не может быть. Если будешь верить всему, что прочитаешь, то будешь плакать перед каждой дверью.
Смотри, эта бедная женщина выпала с окна, когда ее протирала. У нее было давление, и у матушки Назифа есть, и у твоей матери, а окна сами вытирают, и что, падают? Брат, я не желаю верить. Не может быть все системой. Рен, убийство дяди Арслана – дело рук системы. Великий человек Великого Среднего Востока. Чтобы прикрыть дело, и человека найдут, и человека уберут. Хорошо, брат, они не смогут выполнить дело, не убрав столько людей. Смерть – конец для мертвых, а для остальных – начало. С дядей Арсланом закончилась одна эпоха. Он свою эпоху построил на крови. И нынешние тоже свою эпоху строят на крови. Такова природа этого дела. Хорошо, а почему Анкара молчит? Во главе дела Анкара, братишка. Никто не молчит. Медленнее, мама. Нам некуда спешить. Папа, внизу. Он тоже волнуется. Мне не говорят про Эфе. Я злюсь из-за этого. Почему скрывают? Я что, маленькая? Эфе. Ну-ка, мамочка, медленно, не спеши. Если устанешь, то отдохнем. Все, мама, мы идем к Эфе. Приятного аппетита, господин. Спасибо, Ферае. У тебя дрожат руки? Да, господин, я волнуюсь. Почему? Хочу, чтобы все было в порядке. Боюсь допустить ошибку. Страх подталкивает человека на ошибку. Нечего бояться. Спасибо. София все время спрашивает про Эфе. Расскажем. Она имеет право знать. Меня ненавидит. И мать ненавидела. Как будто забыла обиду. Время клыч. Время. Возвращение Наргиз в жизни изменит всем нам жизнь. Если, конечно, справиться. Семь лет. Я ваш гость. Я ничего не сделал, чтобы потерять доверие. Из-за ухудшения здоровья я хотел бы быть побольше на свежем воздухе, господин начальник. Ради вашей безопасности я сократил время вашей прогулки. Но если вы этого просите по причине здоровья, то мы не против, Халил Ибрагим Бей. Спасибо. Есть еще одна проблема. Слушаю. Я хочу находиться один на свежем воздухе. Впредь я никому не доверяю. Конечно, никто вас не побеспокоит. Мимати, главный, найди летчика. Грузовик готов, дядя. Кто сядет за руль, племянник? Эрхан, справишься? Буду вести как велосипед. Только надо меня уговорить. Повежливее. Здесь не начальная школа. Эрхан, ты сначала веди, как я хочу. Давай закончим дело. Вот тогда я заполню машины всем, что хочешь. Договорились. Смотрите, как просто меня уговорить, дядя. Что будем делать с мотоциклом? Приготовь два мотоцикла, Абдулхей.
Только не говори, что нашел Мимати. Когда я тебе так говорил, я нашел одного безумца, а зачем нам умный Мимати? Это будет полицейский вертолет. А вот это я не смогу найти. Тогда следи за словами. Это самое легкое. Назад. Слушай, брат. Найди наклейку с большой буквой «Полиция». На машину, в автобус, баннер. Куда, брат? На вертолет Невзад. Все, задание понятно. Какой должен быть номер? Чтобы не было ПЛТ Невзад. Брат, я ударил заведующего, подонок. Этому заключенному нашли человека. Он и Диарбакири работал. Кто? Джахид Бей. Ох, Джахид. Из дома на работу, из работы в дом. Этот Джахид знает, кто мы. И наши лица ему знакомы. Если мы его не прижмем, то он не отдаст хало. Даже если прижмем, он не отдаст без спроса. Всех поставит на ноги. Поедем и запугаем. Король, ты поедешь к нему домой. Будешь контролировать его жену. Я тебе позвоню, как прибуду на место. Этот сумасшедший может навредить жене. Повежливей, король. Пусть тогда поедет Бедер. Бедер поедет со мной в тюрьму. Останется во дворе в машине. Поехали. Вследствие пожара, который произошел в 75 году, все документы сгорели. А не было копий документов. В 75 году было эмбарго, госпожа адвокат. Все документы выдавались после занесения. Какая еще копия? Как произошел пожар? Не знаю. В те времена было неспокойно. Кто-то поджег, и все документы сгорели. Разве в детдом могут устроить налет? В те времена много было врагов у государства. Кто тогда посмел? В те времена работал госпожа Сабахат. Госпожа Сабахат на пенсии. Кадакуки открыла магазин вторсырья, но обанкротилась. Где она сейчас, я не знаю. Где я могу узнать, где она? Можете узнать в посольстве. Как мне известно, она была из Кузгуна. Куда пропал доктор? Было бы хорошо, если бы он был бы рядом. Я рядом. Сначала сами прогуляемся. Как хочешь. Он придет, мама. Давай поищем его в саду. Она встала на ноги ради Эфе. Она делает все ради Эфе. Вы мне не скажете, кто такой Эфе. Папа скажет. Вы ведь в курсе, почему не говорите? Лучше спроси у отца. Пошли, мама. Это принадлежит Эфе? Вы останьтесь.
gidecek yerim yok. Я буду здесь. Куда я могу сбежать? Я кадар бурдуйм. Böyle hava bulunmaz. Хотел с вами познакомиться. Мы вместе много провели дел. Спасибо. Весь наш товар провели без задержек через таможню. Впредь я хочу наш бизнес укрепить дружбой. Спасибо, Тургутбей. Ваш приход очень приятен. Но вы в курсе, я не вмешиваю бизнес в дружбу. Наша дружба выше бизнеса. Турция станет самой великой по доставке энергии. Почему только я должен быть в выигрыше? Пусть и мои друзья получат пользу. Я не понимаю таких дел. Я не понимаю того, что понимаете вы, а вы то, что я. Вот это дружба. И дележ тоже именно это. Кто-нибудь выпейте вместе с Рамадан. Не опоздал? Не очень. Я искал полицейскую форму, поэтому задержался. Зачем полицейская форма? Думал, вы не догадаетесь. Разве снизу видно, что наверху? Какая разница, во что одет? На все надо обращать внимание. Хозяин ты? Теперь ты. Покажи, на что ты способен. А деньги? Невзад, пусть он считает деньги, пока ты клеишь, чтобы не возражал в воздухе. Хорошенько наклеишь, может разлететься. Если не на воздухе, то разлетится при посадке. Мы зайдем в закрытое пространство. Все полетят, предупреждая заранее. Хорошо, никто не сможет приблизиться. А тот человек, которого мы заберем, как приблизится? Ты бы на его месте прыгнул бы даже на птицу. Не спешите, пусть капитан выключит мотор. Я сильно обижен на вас. Только лет жду, когда Садреддин навестит нас. А Садреддин что делает? Идет к бестолковым людям и отдает деньги. Разве не жалко утратить столько денег? Мединбей, прошлое осталось в прошлом. Сейчас у нас больше денег, чем раньше.
Вот и отлично. Стоит восхвалять Всевышнего. Он благословил вас и придет вам удачу. Какую мне дадут возможность? Перестаньте. Что мы можем сделать перед вашими возможностями? Сколько планируете вложить? Миллиард. Сразу или по частям? По частям. Если мы будем довольны вами, то зачем нам кого-то искать? Дорогой, на миллиард долларов будет рада вся Турция. А я вас не обрадую. Видно, что вы не скушали склада. Очень хорошо. Как вы, невестка? Спасибо. Я знакомый заведующего из Диарбакира. Он на работе. Знаю. Это он меня отправил. Сказал, езжай домой, я тебе сообщу. Подождите, я позвоню. Нет, невестка. Это связано с безопасностью. Есть проблема? Он сам сообщит. Мы не чужие. Хочешь отдохнуть, мама? Он идет. Как вы? Хорошо, вышли на прогулку. Мама хочет, чтобы ты был рядом. Эфе. Папа, почему ты до сих пор думаешь, что надо от меня что-то скрывать? Я так не думаю. Не было повода. Это тема 15-летней давности. Кто такой Эфе? Родственник мамы? Нет. Наш первенец. Как это? Твой брат. Умер. Нет. Ты только родилась. В один из дней, когда меня не было дома, кто-то проник в наш дом. Выкрал Эфе, нашего сына. Почему? Ослушался одного. Кого, папа? Это не имеет значения. Отправили только одно сообщение. Твой сын жив и будет жить. Но ты его не увидишь. Как это не увидишь? Ради этого никто ничего не сделал? Ради этого я 30 лет делал все, что мог, София. От Наргиз. Я лишился тебя. Лишился семьи, но не смог найти. Я в своей жизни допустил две большие ошибки. Первый, я не смог сохранить сына. А второй, не смог найти сына. Ты это имел в виду, когда говорил, что нас настигла беда, папа? Да. Почему, когда рассказывал про маму, не рассказал и про это? Хотел избежать этого. По-твоему, Эфе жив?
Да. Мама, как ты? Доктор, срочно вызовите врача. Мама. Мама. Анне. 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 Ну-ка, покажи, на что ты способен. Брат, я не люблю отрывать ноги от земли. Поднимайся, Мимати. В воздухе безопаснее. Невзад, Тайвчи, мы начали. Что вы от меня хотите? Зиабей очень важная персона для этого государства. Самый великий на этой территории. Очень опытный. Но нельзя пойти против природы. Вы понимаете, Зиабей уже постарел. Тратит время на ненужные вещи. Поймите одно. Мне нет дела до ваших мыслей касаемо моего отца. Зачем вы меня пригласили? Есть вещи, которые нужны всем. Ваши дети – наследники вашего отца. Они достойны лучшего будущего. Если Зиабей откажет и начнет капризничать, то вы должны действовать ради будущего ваших детей. Вы мне угрожаете? Нет, совсем нет. Мы думаем, как лучше договориться с вами. Ваш отец сделал все, что смог. Но его время прошло. Вы либо станете владельцем его силы, либо покинете его тонущий корабль. Мы всегда готовы к сотрудничеству с вами, как только вы захотите этого. Я не слышал, что вас назначили в Стамбул. Ты нас знаешь. Не то там, то тут. Как я могу помочь? Халил Ибрагим Капар. Заболел. Было бы хорошо, если бы ты его отправил в больницу на обследование. Об этом не может быть и речи. Здесь ему оказывают достойное внимание. Да и сам он ни на что не жалуется. Не затрудняй ситуацию, начальник. Он нужен всего на один день. Ты готов к выходу. За остальное не переживай. Он что, террорист, который покажет место преступления и вернется? Здесь не Диарбакир. И не 92-й год Пала. Начальник, это дело связано с наркотиками. Пало и здесь проворачивает дела. Ты можешь навредить себе. Принеси мне документы, чтобы и мне не было плохо, и тебе, Пала. Документы в своем доме. О чем это ты? Позвони и спроси. Мои люди думали, что ты дома, и отнесли туда. Они не хотят навредить твоей жене. Ты понимаешь, что ты творишь? Послушай, не зли меня. Ты что, сговор из Кало? Я заберу его. Я отказался от скорой помощи. Вывезу его на своей машине. У тебя есть возражения? Позвони жене.
Лечение надо было начать в больнице, но, учитывая здоровье госпожи, думаю, надо отвезти ее в больницу после того, как она дома придет в себя. Она называет некоторые имена, встает с постели, но ей становится все хуже. Почему? Те события, которые влияют на нее, произошли здесь? Да. Ее ухудшение связано с именами, которые она называет. Она называет мое и имя сына. Она бы поправилась, если бы сын был рядом. Пока рядом буду только я. Кто ей напомнила про сына спустя 15 лет? Признаки выздоровления – это оказанное влияние. 15 лет она думала о сыне. Но почему именно сегодня? Наверняка что-то повлияло. Что именно, она скажет сама, когда поправится. Зря надеюсь. 7 лет как в тюрьме. Никогда так не ждал. Откуда вы знаете госпожу Сабахат, отец Омер? Как откуда? Матушка Назифа познакомила. У этой женщины была связь с дядей Арсланом. Не знаю, какая у них может быть связь. Почему вы так говорите? Однажды госпожу Сабахат встретила в библиотеке. В Баязите? Да. Она тоже увлекалась книгами. Поздоровились. Это все совпадение. Она тоже замешана в этом деле. Я съездил в Кузгунчи, но ее не было дома. Зачем ворошить прошлое, Эли? Для нас важно не то, как пришел к нам Али, а то, как он ушел. Отец Омер, а может его приход тоже не случайность? Нет ничего такого. Я не имею в виду духовно. Может, это тоже их план. Они стали бы составлять план, связанный с нами, дочка. Отец Омер, у вас не было детей. Однажды вы в детдом подали заявление, чтобы усыновить ребенка. Допустим, это тоже воля Аллаха. Как сказала матушка Назифа, усыновить ребенка в те времена было очень сложно. Несмотря на то, что вы были 62-ми в очереди, вам дают ребенка. Почему именно мы из 62 семей? Если дядя Аслан целенаправленно построил Али к вам, то я думаю, этому было две причины. Во-первых, лучше вас он не смог бы найти, у кого можно было бы спрятать мальчишку. Во-вторых, постоянная связь, постоянная беседа, которая не привлечет внимания. В таможне есть проблемы. Я стараюсь их решить. Меня привлекла одна вещь. В день, когда начались проблемы, появился Тургут Уинчи и предложил сотрудничество. Что ответили? Не стал догонять с порога. Решил не отказывать, пока не посоветуюсь советом. Правильно поступил. Не стоит сразу отказывать. Решить быстро проблемы в таможне. Ясно. Я не думал говорить вам, но после того, как Тунджайбей сказал, я тоже вынужден сказать. Джамбаз Углу Садри, которого мы все хорошо знаем, сегодня пришел ко мне, чтобы открыть счет на 1 миллиард долларов. Впредь хочет играть под мою дудку. Он тоже человек Ибрагима. Рот крепость, денег нет, фотографии нет. Что ты ответил, Медим? Принял. Все равно через год он должен мне будет 1 миллиард долларов. Не стоит доверять.
Узнав, что в совет были приняты люди, чтобы узнать про нас, они вышли на связь. Медим, откажи Садри. Это привлечет внимание, господин. Все в курсе, что Иплекчи не может отказать деньгам. Пусть все узнают и то, что на чьей стороне Иплекчи. Как выпутаются из этого банкротства, ваш раб, как я. Идут горячие деньги, Медим. Очень, очень много. Халил Ибрагим Капар будет работать с тобой. Наш барон любит нас больше, чем себя. Спасибо. Опять путаемся в дело с наркотиками. Это мы руководим всеми делами в этой стране Тунджай. Если решим это дело, то дадите сверху еще сотню. Ты получишь то, на что мы договорились. В этом деле вероятность умереть больше, чем попасться. Если мы умрем, то от кого ты получишь деньги? Еще сотню, чтобы не умереть. Ты займись делом. Деньги не проблема. Увидите их состояние, когда мы приблизимся к тюрьме. Давай, брат, давай. Реши быстро дело. Не стоит так делать, Пала. Хорошо, ты напишешь заявление. Все равно придется отвечать. Вставай, Джахи, вставай. Где Хало? Во дворе. Хорошо. Приготовь скорую помощь. При выходе пересядем в машину. Здесь надежда погубить человека. Они допустили ошибку. Надежда возвращается к жизни. Что это за вертолет? Полицейский вертолет садится во двор. Пусть садится. Тюрьма – открытое пространство. Почему вертолет садится сюда? С какой стороны двор? Слева. Сообщите жандармам, пусть вертолет останется на месте. Откройте дверь, заключенный устроил побег.
Спасибо.